На 3D гель не рассчитывайте. Состав будет кремообразный, немножко жидкий, но хорошо наносится и впитывается в волосы. Выдерживайте время выдержки, обычное, как красите волосы, 35 минут. Смываете технической группой шампуней. И продолжите процедуру с номерочком 3 и 4 на волосы. И также рекомендуем домашний уход, шампунь и бальзам. Это понятно? Хорошо. Давайте буквально не больше, не меньше, 10 минут перерывчика. Я найду модель, мне еще переговорить надо по поводу анкет этих ваших. Через 10 минут, без опоздания, не... Thank you.
Спасибо.